Масштабный проект по продвижению и поддержке приднестровских производителей продолжается. 8 июля в Бендерах пройдет ярмарка «Покупай Приднестровское». О подготовке к ней рассказала первый заместитель главы города по экономическим вопросам в ходе информационного часа. Подали заявку на участие в этой ярмарке более 70 уже хозяйствующих субъектов. Насколько я понимаю, регистрация еще не закончена, заявки еще продолжают приниматься. Но у меня просто просьба ко всем жителям города, ко всем хозяйствующим субъектам принять активное участие в этой ярмарке. Ярмарка «Покупай Приднестровское» завершит трехдневный международный экономический форум. Напомним, он пройдет в республике с 6 по 8 июля.